Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге 1904 года «Сокровища искусства», картины знаменитых мастеров, художественные репродукции в фотогравюрах Боде и Кнаппа, перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Итак, начинаем. Клод Желе, прозванный Ле Лорен. Французская школа, вечер на берегу моря. Клод Желе учился и работал в Риме, где протекла почти вся его жизнь. Он был учеником Агастина Тасси. В своих пейзажах Лорен стремился не только к детальной передаче природы, сколько к выражению ее поэтического настроения, стараясь произвести впечатление контрастными эффектами света и тени, а также грандиозной красотой линий и прочувствованной разработкой планов. Когда английский пейзажист Тернер завещал Лондонской национальной галерее несколько прекрасных картин Лорена с условием, чтобы его собственные два пейзажа всегда висели рядом с произведениями французского мастера. Многие жаловались на это принудительное условие, находя, что соседство Тернера мешает наслаждаться пейзажами Лорена. Теперь же, когда Тернер вошел в моду и нашел себе много подражателей между современными художниками, Лорен почти забыт, считается устарелым, и, пожалуй, некоторые почитатели английского Лорена потребуют удаления из Лондонской галереи картин французского художника, чтобы он не мешал восхищаться произведениями Тернера. Но перед беспристрастным судом истории Лорен стоит неизмеримо выше Тернера. Его правдивые и полные настроения пейзажа, несмотря на свою стилизованную композицию, производят гораздо большее впечатление, нежели загроможденные фантастические и утрированные картины Тернера. К сожалению, многие картины Лорена потемнели, другие пострадали от чистки, некоторые пейзажи сильно загромождены постройками или судами в гавани. Однако картины, подобные воспроизведенными нами пейзажу «Вечер на берегу моря», производят самые чарующие впечатления красотой линий, прозрачной далью, передачей света и воздуха и удивительным чувством природы, которое нисколько не задушено стилистическими заботами мастера. Ну вот такое описание картины я нашел в книге 1904 года «Сокровища искусства», картины знаменитых мастеров, художественной репродукции, фотогравюрах Боде и Кнаппа, перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Пока-пока, до свидания.